Не знаю, так ли это, но говорят, не каждая хозяйка умеет вкусно приготовить камбалу. Если это так, смотри видео. На каждой тушке делаем надрезы шириной по 2 см. Солим, перчим и отставляем в сторону. Делаем тоненькую подушку из картошки, соли и растительного масла. Укладываем рыбку, а теперь дело в изюминке. Я беру зелень, у меня замороженная, добавляем немножко соли и сметану. Вот таким соусом покрываем каждую рыбку и запекаем в духовке примерно 40 минут, 180-200 градусов. И все, это получается так вкусно, что домашних просто не оторвешь. Приятного аппетита!